Ребята, всем привет! Сегодня разберем новую композицию для вашего репертуара. Это композиция из мультфильма студии Гибли 1986 года «Небесный замок Лапута». Режиссер – великий Хаяо Миядзаки, композитор – Дзёхи Сэйси. Это первый мультфильм знаменитой японской анимационной студии, в которой Миядзаки является основателем, режиссером и сценаристом. «Небесный замок Лапута» – это классическая приключенческая история с пиратами, схватками, роботами, поисками сокровищ и полетами над землей. Название мультфильма является аллюзией к произведению «Путешествие Гулливера» английского писателя Джонатана Свифта. Разбор этой композиции я помещу в плейлист курса про пиано, хоть и уже сняла все 54 урока курса. Курс про пиано – это курс фортепиано и музыкального развития для взрослых любителей, в котором я знакомлю с композициями для фортепиано легкого и среднего уровня, в деталях которых вы сможете самостоятельно разбираться после нескольких обязательных уроков курса на моем канале. Как и в обязательных видеоуроках курса, здесь я обращаю ваше внимание на аппликатуру, динамические оттенки, фразировку, педализацию и так далее. Итак, тональность до минор. Аппликатуру точечно выставила зеленым в кружочках. Карандашом подписала счет. Желтым показываю динамические оттенки, а педаль уже выставлена редактором. Красным зачеркнула те залегованные ноты, которые есть во времени, но мы их не играем, а держим. Теперь играю правую руку со счетом. Теперь играю левую руку со счетом. Раз, два, три, четыре.
Теперь, соединяя обе руки и обобщая на практическом показе все вышесказанные предписания. На сегодня у меня все, но это всех композиций, которые мы будем и дальше разбирать на курсе, находятся в моей группе ВКонтакте, бесплатно в фотоальбомах. Если вы хотите иметь свой индивидуальный репертуар, занимайтесь по одной из двух платных схем проведения уроков. Ссылочку на схему проведения уроков я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео. Всем пока!